Прошлым летом семья Кузиных из Москвы отдыхала в Гагре и ровно на сутки заехала посмотреть соседний город-курорт Пицунда. Природа, море и сосновый лес так впечатлили гостей страны, что они решили следующий отпуск провести в Пицунде. Зайдя на официальный сайт объединения пансионатов курорт Пицунда, Арина Кузина узнала о конкурсе, в котором семья решила принять участие. По приезду уже домой, зайдя на сайт, мы обнаружили, что там разыгрывается конкурс, что надо выложить фотографии, ну и все условия. Я говорю, а почему бы и нет? Мы же тоже там были, ну хотя только один день погуляли, ну и вот выиграли. И когда разыгрывались, я даже не знала, в какой день был розыгрыш. Я в этот день была на работе, мне позвонила Замат. Это было так неожиданно, эмоции просто захлёстывали. Я сначала даже не поверила, кто мне звонит, как с какой Пицунды. Ну, говорит, вы выиграли путевку. Ну, и муж сначала. Он говорит, может быть, это говорит, какие-то мошенники. Ну, в общем, мы очень долго не верили, пока нам сертификат не вручили, вот уже здесь. Ну, в общем, мы счастливы. Уже 8 дней семья Кузиных бесплатно отдыхает в Пицунде. Впереди еще 3 дня отдыха. По словам Арины Кузиной, впечатлила не только природа города-курорта, но и обслуживание и отношение к туристам персонала пансионата. Очень нравится курорт. Впечатление масса, даже одним словом, что восхитительно не скажешь. Ну, про море я уже сказала, и обслуживающий персонал очень внимательный, вежливый, как бы, ну, очень нравится. И столовое питание тоже вкусное, тоже. По словам автора проекта и менеджера объединения пансионатов курорт Пицунда Азамата Богателя, имиджевая рекламная кампания «Лучший семейный отдых» динамично набирает обороты. Приводя статистику заселения пансионатов, Богатель отметил, что на данный момент в курортных объектах отдыхают 1700 человек. Это не стопроцентная загрузка. Мы, скорее всего, мы будем смотреть через неделю, что у нас будет происходить, потому что основной поток туристов у нас уже приехал. И в связи с тем, что люди переживают и говорят о том, что, возможно, границы закроют, и какие-то слухи ходят в народе, вот какие-то такие опасения у людей присутствуют, из-за этого люди сейчас боятся планировать свой отдых. Вот. На сегодняшний день по всем объектам, которые находятся на территории города Пицунда, в принципе, они больше среднего процента заполняемости. И, конечно же, в связи с введенными ограничениями и до начала запуска сезона и приезда сотрудников, экспертов Роспотребнадзора были приняты меры, введены специальные режимы работы, масочный режим сотрудников объектов, которые принимают, размещают наших гостей. По словам Азамата Богателя, проект «Лучший семейный отдых» будет развиваться и дальше. Его условия подробно написаны на официальном сайте пансионатов курорт Пицунда. Анастасия Никонова, Абаза ТВ.